В ТО «Магастал Медиа» открылся музей. Он посвящен десятилетию создания медиахолдинга. Создатели музея попытались отследить историю магасталской журналистики, которая тесно связана с «Магастал Медиа». Когда-то в медиахолдинг входили две областные, две городские, пять районных газет и журнал «Шерхала». Сейчас в составе «Магастал Медиа» две областные газеты «Магастал» и «Огни Магастал», городская газета «Жанаузен», пять районных газет и сайт «Магастал Медиа KZ». Среди экспонатов музея печатные машинки, фотоаппараты разных лет, есть даже 1980 года с эмблемой Олимпиады, кассетные диктофоны, служебные удостоверения и личные вещи ветеранов журналистики, фотографии с различных мероприятий, будней и праздников редакции, подарки от консульств разных государств. Кроме того, в музее представлена и современная история ТО «Магастал Медиа». Здесь награды журналистов на профессиональном поприще, кубки и медали за спортивные достижения. 10 лет – большой срок для газеты. Были достигнуты большие успехи, не говоря уже о таком здании – открытии музея. Как команда, журналисты четко знают, что нужно народу и как нужно предоставлять информацию. Ведь «Магастал Медиа» – это бренд. Могу с уверенностью сказать, что этот холдинг и газеты региона знают не только в самой области, но и по всей республике. Поэтому желаю «Магастал Медиа» и в дальнейшем продолжать покорять высоты. Кроме того, в ходе открытия музея была представлена и персональная выставка известного фотожурналиста региона Таланта Хусаина. На выставке были представлены фотографии Таланта Хусаина, который смог запечатлеть многие мгновения из жизни магисталцев за последние 40 лет. Стоит отметить, что помимо региональных изданий, его фотографии часто публикуются на страницах республиканских СМИ.